بعد أن ينتهي من ركعتي الطواف. после того как заканчивает два раката тавафа, ينتقل ويخرج إلى الصفا. он отправляется в сторону Сафа. يستحب له أن يقرأ أن يقول. для него является желательно прочитать аяты. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن كان يحفظ هذه الآية. если он أو يعرف يقرأها. если он зачитал, значит, знает наизусть этот аят, который прочитал шейх, то он ее читает. فيأتي يصعد على الصفا. и он поднимается на Сафа. الآن الصفا عندنا يا شيخ في فوق هناك مثل الدوار. сейчас у нас там на Сафа, говорит, тот, кто видел, видел что-то забор такой, как круг. هذا الدوار لا يلزم أن تلف حوله. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تأتي إلى نهاية حد العربات اللي في المنتصف. هذا هو الصفا هنا حد وهنا لا يلزم أن تطوف حول الدوار هذا. то есть не является для тебя обязательным, как говорит шейх Усаймин, если ты поднялся там столб стоит, чтобы ты этот столб обошел, для тебя это обязательно не является. تأتي إلى نهاية حد العربات. то есть достаточно до того места, до куда доезжают тележки. تستقبل القبلة. поворачиваешься в сторону قبلة. يستحب أن تقول. желательным является говорить. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. вот эта дуа является сунной говорить на арабском языке на горе Сафа. ثم يرفع يديه يدعو بما أحب والأفضل أن يدعو بدعة النبي صلى الله عليه وسلم. он поднимает после этого руки и просит Аллаха обо всем, о чем пожелает. но лучше всего, чтобы он обращался с теми дуами, которые использовал пророк, саллаллаху алейхи салям. ثم مرة أخرى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو. потом опять повторяет это поминание и опять поднимает руки и просит у Аллаха субхана ва тааля дуа. نعم ثم بعد هذا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يمشي إلى المروة. потом опять третий раз повторяет этот ذكر и после него сразу же уходит в сторону Марвы. نعم بين العلمين في المنتصف تقريبا. когда он будет идти примерно посередине территории между Сафа и Марвой, он увидит признак зелеными лампами. لها إضاءة خضراء. да, там поставлены зеленые лампы, то есть участок дороги, где прямо зеленые лампы. يسرع في المشي. он должен быстро начать идти. يتذكر سعيه إلى الله سبحانه وتعالى وهذا السعي في الدنيا هنا إلى الله يحدد سعي الإنسان بإذن الله تعالى على الصراط. и то когда он бежит, он должен вспоминать о том, что на самом деле он мчится к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И его стремление бежать вот так вот к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля определит, насколько он будет устремленным в своем движении на пути к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Потом он идет, пока не дойдет до Марвы. поворачивается в сторону Кибли. и делает то же самое, что он говорил на Сафе. То есть три раза дуа, между ними два раза, три раза зикр, между ними два раза дуа. делает дуа. ثم يمشي إلى المروة. потом идет на Марву. من الصفا إلى المروة شوط. от Сафы до Марвы считается один круг. ومن المروة إلى الصفا شوط. от Марвы до Сафы обратно один круг. يعني يبدأ في الصفا ولابد يكون نهاية الشوط السابع عند المروة. то есть он семь раз ходит, получается начинается с Сафы и заканчивает на Марве. إذا وصل إلى آخر شوط عند المروة لا يقف يستقبل قبلة ويدعو انتهى الآن. когда он закончил свой таваф между Сафой и Марвой, когда доходит до Марвы, он там не поворачивает в сторону قبلة уже дуа не делает. يمشي الآن إلى الحلق أو التقصير الحلق أولى. он идет, либо бреется, либо стрижется, но лучше ему побриться. دعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاث مرات. пророк صلى الله عليه وسلم трижды попросил дуа за тех, кто побрился. نعم والله أعلم.